Украина, опа-на! Зихай! Привет! Ага. О, привет! Здрасте, здрасте! А вы что делаете? Где вы есть? Вы за вас там мураван, что ли? Это бандеровская краивка. Вы не видели такого, что ли, ни разу? Ты бандеры, что ли, а? Подожди. Ну да, а вы разве нет? Нет, мы русские просто. Нам пофигу. Ну... На вас, на бандеровцев, на хиды. Ух ты, ни хрена себе! Что, я думал, или буду вам врать? А ты бандеровец, да? Нет, ну, конечно, у нас все здесь сейчас такие. А что ты делаешь? Подожди, а это, расскажи, пожалуйста, в чем ваша, вот, короче, политика? Идеология. Состоит, да. Ну, как, в чем? Идеология в чем твоя? Вы же лозунги наши слышали? Можешь рассказать, почему вы так к русским относитесь? Ну, потому что русские — это агрессоры. Ну какие? Почему? Ну вот я вот лично никакой агрессии к тебе не проявляю. Вообще никакой. Мне вот абсолютно... Скажи ко мне, мил человек, чей Крым? Наш, Крым, русский. Русский. Вот агрессия. Вы аннексировали нашу... Оккупировали Крым. Да вы сами вообще из-под нас вышли. Я даже твоего деда, фашиста, нашел шапку вот. Мой дед никогда не был фашистом. Ну как, я вот, такой... армия Власова, он в такой ходил. Вы охуевшие люди! Они тогда тоже ходили, убивали русских и украинцев. Кстати, блин, заебали. Не-не-не, никогда не было. Кто, русские? Власовцы, власовцы в большинстве, короче, своем были с Дона, казаки. Правильно? Нет, это разные, и казаки, и не казаки. Миллион человек было в его армии. Русская освободительная армия и армия Власова. Да, за РНЕ я тоже наслышал. Ну, так вот вы их продолжатели. Ты понимаешь, это ж не нация, это ж режим. Так а у вас сейчас разве не фашистский режим? Нет! Да хер его знает, какой у нас режим. Мы дружелюбный народ! У нас режим такой, короче, что мы тут сами в ахуе, я тебе так скажу. Не, ну вы же поддерживаете оккупацию Крыма, значит, вы поддерживаете действия своего руководства. Ебать, ну если нам нахуй такой кусок нахуй сверху упал, ебать, как ты бы не поддерживал, ебать? Ну, конечно, нет. А? Это воровство. Это все равно, что знаешь, украсть кошелек и говорить, смотри, какой кусок бабла нам упал. Ты что, вор, что ли? Да. Я? Нет, не вор. Да, я с ним поговорю. Нет, не давай, вот. Пусть она поговорит со мной. Дайте я с вами поговорю. Да пускай не надо, поговорит эта юная воровка, давай ее. Какая воровка, вы что, охуели? Ну как, это Крым же, что ты говоришь, ваш. Слышите, что, Екатерина II вам подарила Крым? Не, подождите, секунду, ваша подарила, страна... Блядь. Секунду, девушка, как... Не будем вас отбирать, блядь. Как ваша страна... Смотри. Секунду, как ваша страна называется, скажите? Россия. Нет, она называется Российская Федерация, я вам подсказываю, если и вы не что? Знаете. А как ваша страна называется? Когда появилась Российская Федерация? Как ваша страна называется? Когда появилась Российская Федерация, скажите. Подожди, стой, я тебе задал вопрос, как ваша страна называется. Я первый задал вопрос. Когда Российская Федерация появилась? Всегда была. Была в 91-м году, то есть 26 лет. За это время у вас был Крым? Ты историю почитайте, блядь. Не, ну я говорю, вашей молодой стране, вашей молодой стране 26 лет. За это время у вас Крыма не было, правильно? Крыма не было, ну бы отобрали. Так иди с нахуй. Хуля вы орете, сидя, как ебанутые, блядь. Вы орете нахуй. Слышишь, что? Братан. Ты не братан. Да. Не, я не братан вам. Вам Тамбовский волк, братан. Вы ж забыли, что? А тебе, блядь, сука, фашистский пидор, братан. Понял? Нет, ты мне не братан, я же говорю. Я же тебе говорю, тебе фашистский пидор, братан. Ну, так ты руссо-фашистский... Братольф, ебаный нахуй, братан. Понял? Ну, так вы оккупанты, ребята. Вы, сука, вы галимый полицай. Да, ебать. Блядь, мы оккупанты, нахуй. Мы этим гордимся, ебать. Да мы вас в рот ебем всех, нахуй. Понятно, все, сука. Знаете, мы как вас боимся? Всех, сука, в рот. Ой, пора смотрел. Слышь, ты пора смотрел свой дрявый парад. Ну, отличный парад. У вас так пуканетнего горят. Больше, блядь, 4 человека. Вы увидели, увидели наших героев, которые будут вас мочить? Там прошло, ебать, сука, там. Там только Англия прошла нормально у вас на параде. Вы увидели наших героев? Какие герои там? Которые русню мочили, таких как вы, оккупантов. Героев ваших разъебывали. Если было по-другому, было по-другому. А сейчас так, как есть. Конец, слова. Правильно, сейчас так, а что вы ходите и ноете здесь, я не могу понять. Чего вы ноете тогда? Чего вы опять братушки набиваетесь, оккупанты хреновы? Я к ее братушке набиваюсь, слышишь? Пока Россия была непобедима. Да какая она непобедима? Всю жизнь отсасывала ваша Россия, и вы все время нищий народ.
А теперь вы отсасываете. Ну, посмотрите, в какой вы нищете живете. А мы нормально ходим. Посмотри, на какой ты нахуй обстановке там фотографируешь. Ну, это же я сказал, это бандеровская краинка. Да подождите, замолчите. Мы нормально живем, меня все устраивает. Да вы реально нищие, ребята, вы просто не можете ничем сравнить. У меня есть работа, у меня все есть. Ну сколько ты на работе получаешь? А ну тебя ебет. Ну ты сам же завел разговор. Не хватает. Не хватает. На бухло хватает? На какое бухло? Потому что у вас все дорожает, а водка дешевеет, потому что вас спаивают. Мне хватает на телок, мне хватает на наркотики, блядь, и я живу охуенно, понял? Ну нормально, я знаю, что Путин создал Россию удобную для жизни наркоманов. Че, ты дурак, что ли, че, блядь? Ну все верно, главное, чтобы хватало на наркоту. Живи недолго и не выходи на пенсию, чтобы не тратить бюджет российский. Да, ты че, да? Ну да. А ты курсишь, что вообще я против системы иду нахуй? А каким образом ты против системы? Я не хожу, не голосую никогда, блядь, ебать. А, ты просто овощ. А нахуй мне ходи голосовать, если там все куплено, ебать. Ну потому что из-за того, что ты не ходишь, потому там все и куплено. Да, он не ходит, да. И, блядь, ты не думал над тем, что если бы ты ходил и занимался бы... Ты что думаешь, там для ты, блядь, из-за тебя голос твой зависит, там, слышишь, что? Ну, конечно, это ваша, послушай, это ваша рабская идеология. Да это ваша рабская идеология. От того, что вам это вбивалось годами, что от вас ничего не зависит. А вы когда стали независимы, да это вы начали плясать, блядь, да? У нас все, что от нас, все у вас. Да, у вас все было все Россия, наша, блядь. Все наше, было Россия, все, блядь, наше у вас. А сейчас вас Германия ебет, реально, блядь. Ебать, а кто у вас, Китай? Нас нет. У нас, ну как, у нас а почему вы Китаю отдали свои территории в Сибири? Ты что, ебанутый, блядь? Ну, почитай. Территория ускоренного развития. Так нужно было, значит, раз отдали. Ну, Путин, ну правильно, он заплатил взятку, как вы привыкли. Вы скоро всю Сибирь отдадите? Что, ты дурак, что ли? Вы там уже учите китайский, нет? Пока Путин у нас правит страной нашей, блядь. Да вы все на коленях стоите перед нами. На коленях. Да нет, слава богу, у нас есть американцы, которые вас поставили на колени. А вы, блядь, ты орешь, мне в ухо сидишь. Смотрите, сейчас есть Трамп и санкции, которыми вас поставили на колени. Да ты можешь, сука, заткнуться, нахуй. Вот послушай. Вот у вас день независимости, да? Да, Вика, да мне пол. Да ну хватит. У вас был независимость день вчера, да? Да. Правильно, Украины? А чего вы нахуй независимы? Нахуя вы проводите военные парады в день независимости? Вы что, сука, что-то отвоевали или что, блядь? Ну, конечно, мы отвоевываем сейчас, воюем за свою независимость от Рашки. Чего вы отвоевали, ебаный рот? Чего вы, сука, 92-м отвоевали? Рашки, так все впереди, ничего. Или 91-м, вы что-то отвоевали или что, блядь? Нахуй ты мне рассказываешь эту хуйню, блядь, а? Ну как это, конечно, мы сейчас воюем за свою независимость от вас. Слышишь, что? Ебать. Вот смотри, вот у вас... У вас тут вчера был День независимости, правильно? У вас был военный парад. Слушай, да? я правильно понял, у вас вот это обклеен потолок вот этими пластиковыми дешевыми квадратиками, да? А у тебя ебать, это почему наклеен, ебать? Блин, вы же, ребята, вы живете как нищие китайцы. Да тогда же китайцы богаче вас живут. Сука, даже стену, сука, поклевать не можешь, ебать. Ты что, ебанутый? Не, ну серьезно, ребята, я вижу вот эту деревянную дверь, которая у вас там в коридоре. Это ж просто жесть. Я точно связался с Россией, великой страной? Нет, ты, блядь, со своей дрявой, сука, Германией связался. Пошел нахуй! Охуел, блядь, ты...